Гаяны, Дубасарский район. На берегу спецназ, милиция, курсанты ТЮИ. 12 команд участвуют в эстафете. Проводим очередную военизированную эстафету, посвященную памяти майора милиции Сипченко, первого начальника Дубасарского РОВД, который погиб трагически. В соревнованиях у нас участвуют, скажем так, самые лучшие, что у нас находится в подразделениях, самые спортивные сотрудники, которые всегда готовы показать, что они умеют. Эстафета из 6 этапов. Соревновались в ловкости и силе. Гребли на надувных лодках. Бежали по холмам, стреляли, разбирали, собирали автомат. Шли в рукопашную. За эстафетой можно было следить онлайн. Такое впервые. Участников снимали с коптера. Картинку передавали на экран. Все как на ладони. Вот так, например, бежали в лесу. Хочу сказать, что действительно за этим будущее. Но, тем не менее, физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел при всех обстоятельствах является самым важным элементом в осуществлении служебной деятельности. Всем спасибо, благодарю, что доставили максимум удовольствия всем нам, болельщикам, и, в принципе, подняли определенный боевой, физический и моральный такой дух коллектива. А вот и победитель – команда спецподразделения «СОБР». Все этапы были по-своему сложные, нету какой-то легче, какой-то сложнее. Прежде всего, командная работа. Мы уже в который раз подтверждаем свое лидерство, так как мы сотрудники спецподразделения, мы обязаны быть первыми. На втором месте – курсанты Тираспольского юридического института. На третьем – специальная моторизованная часть. Победителям и призерам – медали и грамоты.